Сообщи, где торгуют смертью. Акция под таким названием стартует 14 марта по всей России. В Чувашской республике она пройдет вот уже в 9-й раз. Основная цель акции – не только борьба с наркопритонами и незаконным оборотом наркосодержащих веществ, но и привлечение внимания общественности к этой проблеме. Наркополицейские обращаются ко всем жителям республики с просьбой сообщать обо всех фактах распространения наркотиков. Информация, поступившая анонимно на телефон доверия Управления наркоконтроля, будет тщательно проверяться наркополицейскими. Позвонив, можно не только сообщить о местах распространения и потребления наркотиков, но и получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых. Высказать свои пожелания и предложения по организации антинаркотической работы. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится с 14 по 25 марта. Звонки от жителей принимаются круглосуточно по телефону доверия 8-83-52-23-01-00 или по электронной почте info@21.fskn.gov.ru.